моей команде на 4. Готовы? Люди ездят в туры, я понимаю. Ну, что-то готовится, да? Поехал мы. Тяп-ляпа готов. Нет, не тяп-ляп. Это профессионализм, понимаешь, что не тяп-ляп. Приехал. Ну. Скучно, да? Подготовиться к концерту заранее. Конечно. Надо непосредственно в гримерке. Мы находимся в Бухаресте, у нас есть специальный фонарь, который подсвечивает нашу очень вкусную еду. Вот, нам принесли их фирменные бургеры, на самом деле по цвету, конечно, похоже на... Все, обедать идем, обедать. Все. Потом автограф. Вот так. Где у нас Роман? А, он супы не ест. В лучших домах. Роман супы не ест. Да. Лондона. Хотя, как ты видел, как он ел суп в Париже. Я съел весь райдер группы «Мастер», но мне за это ничего не будет. Потому что я не первый год в российском шоу-бизнесе. И могу себе иногда это позволить. Поехал я на Центральный купить мясо, поджарить, шашлык делать. Шашлык. Там один хуй лёд ко мне доебал. Гуляем по Ростову, здесь можно взять кучу микрозаймов, даже с самой плохой кредитной истории. Егор сейчас пойдет это проверить. Давай. Паспорт взял с собой? Нет, конечно, пойдем. Зачем? Тут без паспорта дает. А все деньги, которые мы займем, мы проиграем вот в этом казино. Мы сейчас гуляем по набережной Ростова. Впереди деревья с замками, наверное, молодожены. Вот, вешают замки на свое счастье. Роман один раз повесил себе вот такой вот примерно замок, но он не выдержал и развалился. А сзади мы видим новый мост, который построили совсем недавно. Смотрите внимательно на лица этих бегунов. Первый явный негритос бежит. Только белый. Только белый. Второй, да, в муке завалялся китаянкой. Сиськи маленькие, глаза узкие. А вот третий, самый здоровый, самый мощный, это же Россия. Вот, с факелом. Мне кажется, на греку. С факелом. На греком? Да нет. Наверное, Россия. Во-первых, факел. Во-вторых, просто самый мощный. Сейчас я в Ставрополе еду в центр с Андреем Ищенко, с барабанщиком Серой, чтобы сфотографировать всего лишь один памятник, одну площадь. На эти деньги приобрести магнит. Смотри, Мирон, сколько рублей у меня в этой руке. Посчитай. 30. И сколько в этой? 30. Правильно. Ты ювелир. Да, Рома. Я не знал. Все маршрутки проезжают мимо, никто не останавливается. Поэтому... Может быть, надо голосовать? Может. Ну, давай попробуем. Вот здесь находится символический ключ от города Ставрополя, который был основан в 1777 году. Суворов, выдающийся русский военачальник, который не потерпел ни одного поражения. Вот. И был основоположник вообще, скажем так, русского боевого искусства. Вот мы сейчас с вами видим современных амазонок, например. Только какие-то они не очень в ногу ходят. Ну, наверное, так даже лучше. Они тренируются. Наш гитарист Роман Беглов немножко сошел с ума, поэтому ходит по площади один. Вот. Я не знаю, что он там намешал за жидкость в бутылке. Это не миринда. Это явно не миринда. Он еще пальцы. А вот еще девчонки с тобой еще кидут.
тошнит. Вот это вот что написано? Она же снимает, я закрыл, бля. Я хочу пойти погулять по горам. Охуенная прогулка, бля. Проехать до хуя километров, минерал. Источник номер 17 надо найти. Вот здесь есть источник красноармейский, есть источник номер 2. Мы один стакан наполним источником из красноармейской, а второй источником номер 2. Всем рекомендую источник красноармейский. Все, я тоже. Пойдем. Давай. Даже смешно. Ну, а я как обычно приехал сюда под видом гастрольной повестки, просто подглядывать за людьми. Лучше, что есть. Вот, вообще в оздоровительных процедурах. Вот. Здесь везде, из всех щелей течет полезная вода. Золотые ручки, даже это элитный туалет, выводит нас вот, длинный коридор. Понятно. По нему можно идти и читать названия коллективов, которые сегодня выступали, парадоксы и тому подобное. Давай найдем цифру 30. Давай мы дошли за 130. Вот очень хорошая комната с «Земля народу» завод. Рабочие, а деньги музыкантам очень правильно. Ну, опять же, золотые ручки, здесь все очень пафосно. Кругом паркет старинный. Здесь ходила сама Металька, замдиректор. Здесь замдиректор ходил. По воспитательной работе. Ну, сегодня у нас обычный вечер тура. Все пока проходит отлично. Только на сцене воняет тухлыми носками. Народы чаще. Это текст не знаю. И солнце захлёт. Он мечтает петь чисто. Очень пафосная дверь с вырезанными тюльпанами или маками и деревьями. О чем молчат деревья? О чем? Мы сами не знаем, о чем они молчат. Сзади Женя Прокофьев у нас выходит. Он тоже здесь тусуется. Я вообще вся тусовка собралась. Женя Прокофьев прошел в другую комнату. Вот, вот там тоже стоят известные люди. Похоже на Дмитрия Варшавского издалека. Пойдемте посмотрим. И следующая песня для вас, она называется «Знак Победы». Поехали! Я не могу.
начало своей музыкальной деятельности. Мы в городе Юрьев Польском очень частенько выступали. Первый концерт вот таких вот века больших с первыми. Вот, в официальных залах, где были только сидячие места. И вот сегодня мы возвращаемся, получается, какой там 95-й год. Алик, наверное, возвратится в 85-й год. Вот. К тому же, как мне сказали организаторы, здесь запрещено вставать с мест, и надо сидеть и хлопать в ладошки. Во-первых, всегда надо поменять лицо. Всем привет, с вами Роман Беглов. Я сейчас немножечко на гастроли в городе Железноводске. Вот сейчас сняли задник. Если вы будете усердно заниматься, желательно по 12 часов в день, то через 3-4 года вы соберете вот полностью вот этот дворец культуры. Вот, будете знать, как скоммутировать микрофоны, как скоммутировать гитарный кабинет, вот что вот это такое, что такое порталы. Вам причем в консерватории про это не расскажут, что там вот висит. Сможете слазать наверх. Вот нотки сними, посмотрите, как приятно играть в залах с бархатными креслами. И у вас обязательно все получится. Ну, как обычно, Андрей Ищенко у нас сегодня с нами играет. Ну, вот. И мне очень нравится, что барабаны на высоком подиуме, как в нормальные 80-е годы. Высокий подиум, на который можно залезть и прыгнуть. Вот. А вот Андрей Хрустер ищет, почему нет бочки, и очень этим недоволен. Потому что питание идет, все идет. Но бочка не приходит. Беда. Какая-то беда. 17, Андрей, разберись. 17, прямо перед концертом выясняется, что на гитаре, на бас-гитаре стоят не те струны. Не в том строю, так сказать. Как увидел камеру, лицо изменил. Так, еще раз. Ни шаг назад, победа, ординатор, «Красное стремя», «Тайна смерти» и «Весна». О, «Весна». С моим другом Кэрри Кингом, группа Slayer, город Рязань. Нет, Тома Рай теперь. Юрий Тома Рай, да. Тома Рай. Да, это вырежем. Тома Рай, город Рязань. Пересчитал? Пересчитал. Бля, все точно. Пересчитал.